Привет! Всем привет! Сзади нас пейзажи. Красивые летние пейзажи крымские. Да, мы на перевале. Так вот. Фу, ну не холодно, я хочу сказать. Это просто не пар со рта, это Саня за кадром курит. Но дело не в этом. Дело в том, что мы поднимались, такие тучи, ну вы в ролике уже их видели. Мы думали, что будет туман, дождь. Ну пока вроде ничего нет, ни дождя, ни тумана. Дорога местами мокрая, здесь уже сухая. А здесь по бокам мы видим последствия урагана, который у нас был два или три дня назад. Ветки тут поломаны. Но речки нет. Как говорила МЧС, поднятие... Полтора метра в речках поднятия воды нет. Как мы вчера говорили, на стриме 35 метров в секунду ветер. Они снизили до 30 в Симферополе в порывах, а так 20-25. Но его тоже нет. Теперь мама посмотрела, говорит, а это все перейти на 8 вечера. Я говорю, так 8 вечера, это почти что завтра. Едем мы в Никиту. Ну, во всяком случае, попытаемся туда приехать. Если погода нормальная, значит, пойдем в Никиту. Я даже думаю просто вытащить кого-то из Никиты, кто будет выходить, и спросить, как гладиолусы, лежат или стоят. Если они лежат, то нет смысла тратить деньги. Если стоят, все знают, что это хорошо. Если лежат, это плохо. Все. Вот весь план. Ну, а посмотрим, дальше посмотрим, что будет. Посмотрим, вот что там. Потому что по веб-камерам и по этим вот в Никите дождь. Но здесь тоже вроде как дождь. Да, всем привет, ребятки. Всем привет. Едем в Никиту, посмотрим, что там. Если в Никите плохо, едем дальше. Дальше на Байдарские ворота и по старой дороге и возвращаемся через Бахчисарай. Но это не точно. В общем, посмотрим, что к чему. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, прожимайте лайки и комментарии тоже пишите. Все, ребят, поехали. Подъезжая к Алуште, естественно, дождик. Ну что вот поделаешь? Вот так вот. Фартит. Но нам надо не в Алушту. Поэтому будем надеяться, что мы проскочим Алушту. Поедем дальше. И дождика не будет. Ну, во всяком случае, очень хочется в это верить. Рыба говорит, алуштинцы Саню, походу, ненавидят. Потому что как приезжает, ну, вне сезона имеется в виду. Как приезжает, так дождь обязательно. Но, ребят, я не виноват, я не везу с собой дождик. Он просто идет, когда... Это от счастья, слезы счастья. А лучше, что я приехал. Мы его на перевале подхватили. Ага. На перевале не было. Вон она, впереди Алушта, в общем, добираемся. Проскочим Алушта, там дальше посмотрим, что как будет. А так, ребят, проехали Алушту, а тут прям совсем дождик-дождик пошел. Ну, прям дождик-дождик. Я думаю, вам видно, да? Прям такое льет нормально. Вот едем и думаем, да Никита, он закончится или нет? Или не закончится. Не, ну мы сейчас спустимся вниз, Никиту посмотрим, может нам повезет, может там не было дождя. Там же все-таки ботанический сад. В общем, вы сами понимаете, погода такая себе. Да, ребятки, идет строительство здесь. Да, это даже нельзя назвать ремонтом дороги. Это полное переделывание дороги. В некоторых местах тут порасширили ее, но еще не открыто. В общем, едем, ну, сами видите, вот так. Пока по одной полосе, а там идут работы, в общем, везде. Сейчас идут под дождем. Не прямо дождь, а они, да, асфальт не кладут, но работы какие можно делать под дождем, делаются. Поэтому, в общем, это из приятных новостей. Как бы дождик вот вроде стал поменьше, но из приятных новостей, что ремонт дороги и продолжается. Ну, переукладка асфальта и всего вот этого вот остального.
А, все, ребята, добрались мы до Никиты. К нашему величайшему удивлению, здесь припарковано 8 машин. Всего на все. Да. А, парковщики говорят, что вчера был сильный дождь, но цветы стоят. Я думаю, нас напарили. Но поскольку мы припарковались прямо возле входа, и мы уже как бы здесь, кстати, здесь сильный ветер. А, сейчас пойдем посмотрим и вам покажем. Ха-ха, смешно. Да, наконец-таки, ребята, мы в Никите, посмотрим, что там внутри. 4 года не могли доехать. 4 года не могли, так и сейчас не могли, не получалось, но вот сейчас получилось, и я, честно говоря, удивлена, что место есть. Ну, наверное, уже все отсмотрели все. Все, ребятки, пошли смотреть ботанический сад. Так, ребята, билеты. Консульская помощь отработала. Да, все. Желтенькое, это то, что старее, выцветает, вот это с пенсионным. Который... Входной билет, короче, входной для всех пенсионеров по пенсионному удостоверению РФ Российской Федерации 200 рублей. Взрослые обычные по 500, студенческие и детские тоже по 200. Вот так. Но студенческие там по каким-то датам, детские все по 200. А эти два вот по 500. В общем, пошли, давайте, ребятки. Вот по, у нас... По 500! Да. По 500. Да, да, идем. Возвратились в машину, я там оставила пенсионный. Мама, да. Потому что, думаю, все-таки 300 рублей экономия – это много. Все, это... Не получился счастливый билет, смотри. Тут 10, а тут 11. Ё-моё, да, да. Все, пошли. Так, вот наш экскурсовод, ребятки. Сейчас мы вот сейчас он нас собирает, вот всех вот там, видите. А, мы идем без экскурсии, это люди собираются, они по экскурсиям. Все, здесь ничего не изменилось. Напитки, что-то перекусить, масла и все, что тут в принципе производится, собственного производства. Так, нам сюда не надо. Здесь фонтанчик работает, бассейники, в общем, ну Никита есть Никита, всегда все. Хорошо. Конечно. Пойдем к Флоре и к большому бассейну. Бассейн. Неправильно говорить бассейн. Глинтвейн в дегустационном зале наливают. Так, голова Ленина. Поменьше, конечно, чем в Улан-Удэ, но тоже хорошо. Кафешка работает, но по такой так, экскурсовод на месте. Все, идем. Да, нам пойдем, бродяга. О, ну а здесь, конечно, красота. О, экскурсии. Очень много экскурсий ходят, ребят. Смотрите, какая красота. И хризантемки начинаются уже прямо здесь. Ну, здесь все, как всегда, все красиво и хорошо. Но сам ботанический, по всему ботаническому саду мы же гулять не будем. Мы же идем к хризантемам. У нас же бал хризантем, который заканчивается 3 декабря. Он начался с 1-го. Больше месяца идет этот парад, бал. Там, не знаю. Смотрите. Столько людей, все фотографируются. Все. Тут прям... Ну да. Тут фотозоны выставлены.
довольно оригинально. Можно зайти прям в клумбу и с этого вот, ну, сделать себе фоточку. Так, ну тучи капец. Тут должна быть гора. Ее должно быть видно, а ее не видно. Так, маршрут экскурсий, туалеты, все это хорошо. А здесь, ребята, богиня Флора. Она, кстати, стоит и наслаждается замечательным видом, который я сейчас вам и покажу. Ну, ребят, видимо, мы немножко поздновато, потому что многие уже поотцвели. Ну, уже не такие они яркие. То есть, то половина не открыта. Очень сложно, в общем, попасть на, в тот момент, когда именно вот все в полном цвете. Потому что приезжаешь, либо половина еще не открыта, либо уже какие-то открыты прям очень красиво, там, как те белые, допустим. А многие уже, ну, начинают отходить. Поэтому, ну, в общем, такое. Здесь что-то там в районе 500 видов. И они все разные, и не все даже похожи на хризантемы. То есть, некоторые хризантемы похожи не на хризантемы. Они похожи на маму и на Лёву. Да, вот смотрите, две больших хризантемы стоят. Да, я так хочется, вот мне эти очень нравятся хризантемы. Мы сейчас выкопаем один тебе домой. Рефлекс называется. Рефлекс, да. Маму надо сфоткать, мы тебя ждем. А, чтобы, да? Сейчас. Маме, в общем, нравятся очень вот эти. Да. Вот. Напротив желтые. Ну, прям, да, такие шары-шары. Вот видите, они прям в полном кайфе. Прям еще и там у них эти капельки. Не хватает только роботов-пчел. Ну, с одной стороны, хорошо, что пчел нет. Еще ветерок, а я курточку забыл. Накинуть. Да, я вроде слышал что-то такое похожее. Вот, хризантема садовая. Называется рефлекс. Маме вот такая очень понравилась. И напротив желтые, но они, в принципе, такие же. Да, желтые, вот те, которые коричневые всякие. Да, но это не рефлекс, это астроид. Астроид. Астролопитек. Астроид. Но тоже симпатичные, да? Такие шары. Издалека смотришь, они вообще как не настоящие. Ну, такие, знаете, как... О, маме, вот те, походу, прям нравятся. Она прям возле них замерла, смотрите. Они все красивые, я даже не знаю, на фоне какой. На фоне каких сфотографировалась? На фоне, да, какой хризантем. Ну, такой, да, интересный тоже. Многоцветие прям. Да, они прям рябенькие, все разные цвета. Я вам честно, ребят, скажу, я небольшой любитель цветов. Но это, видимо, для девочек больше. В общем, сейчас нафоткаемся и продолжим съемку. Thank you.
вот такие вот они, конечно, все разные и, ну, все довольно по-своему интересные. Ну, я же говорю, я как бы не в восторге, но время от времени надо, конечно, здесь бывать. Вот она, Флора стоит, наблюдает за всем этим действием. И хорошо, что немного людей. Ну, вот это прям хорошо, потому что иногда здесь бывает так, что не поснимать, и все всегда попадают в кадр. Поэтому, ну, такое себе. Так, вот рефлекс я вам показывал. Их просто, ну, сами понимаете, тут сортов этих, я не знаю, здесь, если каждый сорт снимать, это прям многосерийный фильм надо делать. В общих чертах вы примерно понимаете, как это происходит, если кто не был и не видел раньше, хотя, думаю, таких нет, все видели уже эти балы хризантем. Есть еще парад тюльпанов бывает, но это весной. И бал хризантем — это такие самые, наверное, многолюдные события, которые происходят здесь, когда набивается прям очень много людей. Но сегодня, видимо, то ли из-за погоды, то ли непонятно из-за чего, но людей немного. Хотя, я же говорю, нам повезло и дождика нет. И они не лежат. Хотя многие видно, что после дождя, ну, такие прям наклоненные. Так, пойду своих найду, они куда-то пошли на смотровую площадку. Конечно же, я вам там тоже виды покажу. Как по мне, ребят, парад хризантем — это очень все интересно, но вот такие места походить, посмотреть намного интереснее, как мне кажется. Но опять же, это для любителей цветочков, наверное, нет. А мы на аллейке, где розарий. Здесь, да, здесь много всяких локаций разных. И здесь еще розарий. Но сейчас не сезон, понятное дело, с розариями. Но очень себе тоже не дурно. Розочки — это тоже хорошо. Честно говоря, розы мне больше нравятся, чем хризантемы. Но еще раз говорю, это все на любителя. Роз много еще цветет. Розовый, желтый, красный, бордовый, белый. В общем, много еще всяких разных роз. Ну и горы так, все так же не видно. Все так же они за тучами. Так, ребятки, пока я ходил там снимал, Леха сбегал мне за курточкой. Ну, потому что зябко. Спасибо, Алексей. А я тем временем на сэкономленные пенсионные деньги взял кофе, попили кофе. Даже... Опять спасибо подписчикам. Да, спасибо всем за поддержку. Так, мы идем туда или да. туда? Там еще нет, мы там уже ходили. А, вы уже ходили? Там это вид... Там только красивое там... дупло в своем дубе. Нет, да. Там вид неплохой должен быть. Да, с этим домом посредине. Все, с домом посредине. Дом нас не интересует. В общем, продолжаем гулять по ботаническому саду. Единственное, что вам сказала, что вот эти ступеньки новые, да? Да, были широкие. Были они или нет? Широкие, да, они сделали. Бьюнские. Они, как видишь, как только свежеотлитые. Это новые, да. Новые широкие ступени. Значит, все-таки развитие идет. Да, хоть что-то делается. Что не может не радовать. Это а хорошо. Дороги как делают? А дороги, я вот не помню, попала в кадр или нет, но дорога делается от Алушты и вот... Да, попала. Ну, не знаю, километров 10, наверное, делается сразу одновременно, километров 10 дороги. От Алушты в сторону Ялты. Потому что, ну, это когда закончат, будет, конечно, вообще волшебно. Ладно, хорош на нас смотреть. Смотрим вперед, гуляем по ботаническому саду.
добрались до каскада. Здесь, смотрите, зацементированное дерево. Половина дерева, половина в цементе. Классно же. Класс. Так, вот тут вниз должен уходить каскад, на который мы сейчас спустимся. Маманя стоит, видите, с Лехой, наслаждается видом. Вот он, каскадик. Каскадик вон туда, еще вниз надо еще пройтись. Да. Но дело в том, что там уже острова, я смотрю, а их не было никогда. Ну, видимо, какие-то растения там разрослись. Я не знаю, мы сейчас поближе подойдем, посмотрим. Но да, какие-то там острова посредине есть. А еще когда ветер дует, здесь ветка влажная. Да, пошли. Да? Вот так вот, смотрите, как. Покажи еще раз, как может ветка в глаз попасть. Вот так, да, тык, и мы едем сейчас в больничку. В общем, спускаемся на каскад, на сам. Но здесь довольно круто спускаться. По ним еще царь ходил по этим ступенькам. По ним кто только не ходил. Да, император, прошу прощения. Да тут и царь, и император ходил, тут все по ним ходили. А вот это дерево бесстыдница. Маме почему-то оно очень нравится, потому что оно голое, видимо. Ну, без коры. И если будете здесь, его руками трогать нельзя, потому что вот того, что вы его трогаете, у него остаются ожоги. У дерева имеется в виду. Поэтому по возможности не трогайте его руками. В данном случае страдает дерево, а не человек. Да, они, конечно, такие довольно интересные. Здесь он даже еще больше, да, он прям с листиками. Ух, да. А вон лапы, прямо видно, лапали. Да не, это мокрое. Ну. И как ты там потрогаешь, там же высоко? Наши залезут. Так, центральная лестница, уходящая в каскад. Вот она. Я же говорю, сам парад хризантем, это очень интересно, но это вот так, раз, посмотрел и пошел. А вот гулять здесь, это, конечно, кайф. Тут есть и бамбуковые рощи, и секвойные рощи, и кипарисовые, и чего тут только нет. Просто для прогулки сейчас, я считаю, ну, прохладненько. Добавить бы градусов 5 тепла, чтобы было где-то в районе, ну, хотя бы плюс 15. Вот тогда было бы классно. И чтоб солнышко было такое, можно сквозь тучки небольшие. Ага. Тогда было бы красиво, ага. А сейчас не очень. Тогда Саша для съемок не подойдет. Я просто все, хотите все и сразу. Так не бывает, ребята. Это вы слишком много хотите, чтобы у вас прям все факторы сошлись. Такое бывает крайне редко. Лавровый лист, ребят, очень много лаврового листа. Я не знаю, здесь, наверное, обдирать нельзя. Его. Но его и так полно растет, лаврового листа на южном побережье, поэтому, если вам надо, можно немножко отщипнуть себе домой. В Солнечногорском очень много его тоже растет. Да, я его показывал. У нас здесь даже сосен не останется. Пока они пошли по каскаду, я свернул. Вот здесь тоже такое интересное место. Без асфальта. Отсев у нас просыпан. И тут был типа фонтан, бассейн. Не знаю, как правильно сказать. Но, опять же, куча пальм, прям куча-куча, пальмы везде. Ну, я думаю, вам видно, везде пальмы. А, он есть, он на месте, вот он. Кувшинки просто хотел посмотреть, цветут или нет. Не цветут, видимо, уже не сезон для кувшинок. Но вообще место само по себе, там вот есть куча скамеек, здесь скамейки, здесь вот экскурсовод сменился у нас. Да, котяша, котище. А, коты все такие толстые ходят, кстати. Но само по себе место здесь вот прийти, посидеть летом, даже когда жарко, в тенечке сесть, посидеть, прям очень здорово. Смотрите, здесь прям, ну, Юго-Восточная Азия. Да, прям такие. Тропический лес какой-то. Ой, а воздух какой. В Вашингтоне нитчатая. Ё-моё. И агава, вон, смотрите, какая-то хитрая такая агава. Вроде голубая, но какие-то тонкие и длинные листья, колючие, капец какие. Так, здесь показал, пойдем дальше, но все-таки дойдем до каскада, который почему-то как-то сильно зарос. Я не знаю, почему он в таком состоянии, но что-то как-то он какой-то... Или это так задумано, чтобы эти вот растения здесь... Там даже рыбки когда-то водились раньше. И почему-то ничего не течет, потому что он не переливается. А, ну, как каскад должен. Раз, и в следующий не течет. А, здесь растения, растения, а здесь рыбов красных, этих, золотые рыбки. Я не знаю, видно вам, нет? Но они там есть, сейчас я попробую. Вот они, видите? Золотые рыбки. Ну, что-то они то ли спят. Какие... А, нет, что-то там он течет, да, капает. Не течет, а капает. Он потихонечку, потихонечку вот здесь вот что-то подкапывает. А, просто раньше он был не такой заросший и как-то, ну, посимпатичнее выглядел. Здесь тоже, кстати, рыбки вон внизу.
Ну, не знаю, это не мне решать, но раньше было лучше, когда было меньше растительности здесь. А, мы подходим потихоньку, этот каскад, он упирается в нижние ворота, в еще один вход. Мы подходим, и дальше кактусовая аллея. А, я не знаю, они пойдут в нее или нет. О, здесь прям, смотрите, на дне эти вот, и все прям так разрослись активненько. Ну, в общем, каскад тоже показал. Впереди бамбуковая роща. Ну, кстати, есть довольно толстый бамбук. Мама села. Видимо, фотографироваться собралась. Но я понял. Сейчас, ребятки, у меня появилась... Аленушка! Сейчас я сфоткаю. Вот она, ребят. Только памп не хватает. Бамбуковая роща, в общем. И... Вот, видите? Да, туалет туда вниз, а это бамбуковая роща. Ну, такая прям козырная. Много бамбука, то есть это, наверное, самый большой бамбук, который есть в Крыму, вот который я видел. Наверное, вот он здесь. А в общем... Это готовая удочка, мужика. Да. Она вон и обломана уже, да. Ну, в общем, можно смело заводить несколько панд. Но так как все панды, если вы не в курсе, принадлежат Китаю и во всех зоопарках мира они тоже принадлежат Китаю, и их берут у Китая в аренду. Поэтому панд здесь нет. Смотрите, какая красота. Рыбка одна золотая, вижу. Но беседка вообще супер. И она всегда такая. Она вот не первой свежести, но все равно красивая. И куча агавы всякая разная. И кактусов. Сейчас плодами. Да, это ж это, как опять забыл, как она называется. Да. Съедобная, которая, да. Но тут можно текилы наделать, мама не говорю. Вот агава, которая текильная. Там еще какая-то. Красиво. Здесь вот такие кактусы. Ну, в общем, да, здесь, я же говорю, походить, погулять здорово. И смотрите, какое дерево. Цвет. Смотрите, какой цвет. Желто-зеленое дерево. Очень интересное. Вот сейчас меня сюда. Куда? Вот, с рябиной. А в беседку что не пойдешь, мать? Не хочешь в беседку. Ладно, сейчас мы еще с рябиной. Это не рябина. Это какие-то... Это дьявольское дерево. А вот мы гуляли-гуляли и пришли, ребят, в Майами. Помните, вот эта знаменитая пальмовая аллея? Да, или в Санта-Барбаре. Ну, короче, где-то, по-моему, в Майами. Вот у нас тоже такая имеется. Правда, на солнце она выглядит, конечно, лучше. Но с другой стороны, когда солнышка нет, тоже хорошо. В общем, клево. Просто клево. А, сейчас дойдем туда, посмотрим, что там в конце. И пойдем к нижним воротам. Да это кто-то повесил этот вот интересный факт о банановых пальмах. Ну, во-первых, это трава. Банановая пальма. Это трава на самом деле. И довольно много в Крыму ее растет, но они не вызревают у нас. Ну, то есть, не плодоносят. Но их вон, видите. Ну, так как это ботанический сад, их здесь, конечно же, еще больше, чем должно быть. Чебуреки, что? Что, бананы увидели? Вот это банан? Это банан. Это банан. Да, но какой-то не такой вот, банан. Вот они, китари. Это кокос? Ну, видишь, здесь? Не, это банановая пальма, какой кокос. Офигеть, ну и что И вон сверху, вон еще один такой же, вон. Какой? Да, да, я вижу. Но я думаю, что это цветок, который должен распуститься. Да, оттуда должны быть бананы, но их не будет, банан я же говорю. Банан они... Вот, банан басио. Ну, это какой-то, видите, вот такой банан. Текстильный банан. Абак. А, здесь все так же у нас лавровый лист, посредине растет, и с двух сторон от него бамбук. А, и это озеро. Озеро в лесу. Что-то грязноватенько, не видно рыбов. Есть рыбы или нет. А, здесь еще один вот такой вот развал, где все можно купить, продать, там, не знаю, поменять на почку. Или еще. В 1812 году. Да. Никитский ботанический сад основан в 812 году. Представляете, как раз когда до нашей эры. Когда что? Когда ты маленькая была? Да, была. А, я думал, когда ты маленькая была. Года. Возвращаемся, идем к нижнему входу. Да. О, видите, какие мы зашли, в какие дебри, ребят, гуляя по ботаническому саду. А раньше там можно тоже было, там был мостик. Через бамбуковую рощу прям проходишь, там мостик какой-то, ручеек какой-то тек. Или это здесь же где-то было? А, ну да, мы туда и идем. Ты бываешь, блин, раз в 5 лет начинаешь забывать, где чего тут находится уже.
О, видите, там бамбук какой. Не, ну, блин, здорово погулять, конечно, походить. И даже в такую, вот после того, как мне Алексей курточку принес, вообще стало зачетно. Да, вот тот проход, который закрыт, вон он был, я поэтому я и перепутал. Вот там еще один был проход, и там можно было... Да, да. Так, здесь воду уже спустили. Ну и бамбук, а бамбук, походу, тоже, да, бывает каких-то разных сортов, потому что этот вот другой бамбук, он весь желтый, во-первых. Не зеленые стволы, а сразу желтые, но они не засохшие, потому что они все в зелени. Да, тут ремонт. Если в басике нет воды, воду знаете, кто это? Бамбук. Да, бамбук. Так, сейчас, вы идите, я сейчас вас догоню, потому что эта тропинка, она все равно не дает мне покоя, я должен ее найти. И я ее найду. Вот, вот она. Вот здесь где-то, вот, и мостиками, я же говорю, на этом мостике обычно, у всех, кто приезжает, у них обычно отсюда есть фотография с этого мостика. Вот тоже, видите, банановые пальмы. И вот эта роща бамбуковая. Бамбук, кстати, это тоже трава. Так, вот, вот, вот сюда я шел. Вот он. Вот, все на этом мостике обычно фоткаются. Я не знаю, куда, откуда и что течет, но он есть. И вот здесь проходик вот этот, но он прям сказочный. Да, ребят, прям где еще так в бамбуке походишь? Причем он довольно часто так растет, через него там даже не это вот, не пройти, ну, не пролезть. И с другой стороны вот он тоже. Бамбучик. Класс. Класс. Ну и сам проход, я же говорю, он такой вот прям, ну, сказочный. Сейчас я вам с другой стороны покажу. А это мы обошли круг и вернулись, вот каскад. А вот нижний вход. Вот так этот проход выглядит. Прям волшебненький такой. Вот такой проход. Класс. Так, тут дальше гигантских размеров кипарисы. Видели когда-нибудь такие кипарисы? Я таких больших, кроме как здесь, нигде и не видел никогда. Но точно знаю, что это кипарис. Сейчас, вот это нижний вход, а через нее туда вниз можно на пляж и вообще куда хотите можно. Вот, ребятки, вышли с нижнего входа, ну, этот вот. Или вам сюда тоже покупать надо? Конечно, не пойдем. А раньше было все, один билет покупаешь и ходишь по всем. А теперь по все три парка. Ну, третий это с динозаврами, это для детей, нам вообще не интересует. Мы сюда мы не пойдем. Типа эти кактусы, я же говорю, вон они. Мы их и там насмотрелись. Поэтому сейчас вернемся за машиной и поедем вниз к морю, ребятки. Хотите море? Я знаю, что хотите. Плюсик, кто хочет море. Я буду ждать на скамеечке. А где ты? А, вон на остановке. Да, вон оно море внизу. Сейчас мы сходим туда. Видите, за машиной. Это действительно черное. Видите, черное, какое? Черное. Да. Прям черное. Кто сомневался? Давайте я вам даже приближу его. Оно прям черное. Кто говорил, что оно синее? Нет, оно черное. Прям, да, темное, Класс. Красивый цвет машины был бы, графит такой. Я говорю, что черное, когда мы ехали. А вы говорите синее, да? Да. Вот так. Все, и идем за тачкой. Синий. Да, а у меня нет. Ребятки, смотрите, что здесь есть. Фисташка Чехова. Ну, такое все дерево, оно опиленное все. Но это фисташка. Это к тому, кто спрашивал, растут фисташки в Крыму или нет. Сам Чехов посадил. А мы отошли чуть от маршрута и сейчас покажем вам, как можно подняться. Вернее, как сюда можно прийти, если вы на катере приходите по морю. Здесь с экскурсией. Слонореза повернуть, ну, с пристани повернуть налево и подниматься змейкой, ну, влево-право, до нижнего входа. Можно, если вы любите больше тишину и небольшую физическую нагрузку, там есть лестница, ну, что-то типа Потемкинской, только она поуже, но она довольно-таки крутая, но бетонированная, хорошая, вы идете, там есть промежуточные станции, где можно, так сказать, посидеть, отдохнуть, отдышаться. Но дело в том, что вы выходите вот в такое место, где мало людей, здесь летом хорошо, тенек, поют птички, они сейчас, кстати, поют, и очень красивые деревья, заплетенные плющом, ну, вот сейчас. Ну, насколько мы дальше не будем много вот углубляться, да. Вот они, деревья.
Вот такая вот здесь, вот такая дорога вас ожидает. Вот. И да, раз, там, вот видите, кирпич, машина туда нельзя, уже дальше пешеходная дорога. И вот такие вот деревья. Ну, в общем, здорово, ребят. Если кто на катере приедет, идите направо. Да, и там же как раз вот этот затерянный мир, ну, этот парк, динопарк с динозаврами. Поэтому не идите со всей экскурсией, змейкой, как все идут, а идите вот этой дорогой, здесь прикольно. Опять же, фисташка Чехова, и здесь кафешка, называется Никитский дворик, но мы туда не заходим, потому как я, в принципе, представляю, какие там... Кофе рублей по 300. Да. А с ключом-то не нормально, а не можно зайти. В общем, дорого, скорее всего, поэтому... Ну, это не точно, это я так думаю. Так что вот так. А мы все так же поднимаемся обратно на стоянку за машиной. Спустились вниз, ребятки, ну, все вместе, на машине, поднимались пешком, но спускаться оказалось намного быстрее. Пляж не работает. Крутилка есть, охраны вроде никакой нет, но и как всегда, наши замечательные пляжи, вернее не пляжи, а эти причалы, видите какой причал? Прям замечательный, разрушенный причал, это болезнь всех крымских причалов. Кафе и все эти дела, которые здесь есть, они, конечно же, не работают. Ну, сами понимаете, сезона нет, соответственно, и ничего похожего нет. Но есть набережная, по которой мы пройдемся, прогуляемся. Море волнуется, но все равно цвет, видите, приятный. Вот такой вот причал, ну, как обычно, всех я уже говорил, да, крымский причал, стандартный. Там территория закрыта, это, видимо, какая-то частная. Туда вот пройти нельзя. Да, это пристань, я уже показал. Туда нельзя зайти, а сюда по набережной, вот она идет набережная, и, в принципе, довольно далеко. И мы туда прогуляемся, вот, пройдемся, покажем вам, чего здесь как. Пляжи, как здесь не так, здесь каждый год привозят гальку эту. Ну, привозят щебень, а он потом становится галькой, его обкатывает. Не, ну здесь вот кругленькие, я вот смотрю, прям неплохие. И начал накрапывать дождик, друзья. Ну, все как прям как нам нравится все. Но причал, конечно, супер. Вот она, ребятки, набережная. Ну, типа официальная набережная. Ну, тут как бы никаких излишеств. Поменен, ну, более-менее свежая ограда стоит и куча луж. Но вот это просто я не устану любоваться вот этой красотой. Это просто... Странно, что рыбаков на конце не видно, а то они такие, ребятки. Ну, в общем, как-то не очень, да, весело все это выглядит сейчас. Летом как-то все повеселее. Хотя все равно красивенько. Пойдем, я вижу там лестницу на пляж. На пляжик спустимся. Да, ребят, здесь как-то вот все, ну, как-то недоделано, что ли. И скамейки для морененавистников. Приходите демонстративно на набережную и садитесь спиной к морю. Ну, прям зачет. Не знаю, кто решил, что это хорошая идея. Но есть что есть. Спуск на пляж есть. Сейчас спущусь.
и Ялта вдалеке. Ялта, красиво, с тучками, все дела. Они охотятся. Сначала вроде один, но потом их здесь штуки три. Они ныряют, ныряют. Саня на монтаже, ну вы, наверное, уже увидели. Он приблизит, потому что он так красиво фигашит. Штук вон он опять. Выскочил. Он в конце вот этого. Если здоровый, значит Афалина. Да, да, большой дельфин. Не маленький. Ну, сейчас они что поснимают, может быть, и увидим. Вон они, ну, вон они, да. Да, пойдем смотреть, ребят. Смотрите, смотри, вот прямо туда и вот здесь сбоку один фигашит. Так ты глазом, наверное, увидишь, а на камере потом придется приближаться. Вон, вон, видел сейчас один. Но чуть... Они прямо там... Не, они вот здесь, прямо возле вот, да. Возле пристани скачут. Ну и как всегда, включаешь камеру, и никто ни хрена не скачет. Да, сейчас будут. Сейчас. Они тоже выдохнули, вдохнули. Вон, видел? О, видел, да, видел. Видели, ребятки? Вот здесь сейчас был. Вот. Вот, вон они, да. Дельфинчики, бля, дельфин. О, видишь, вон, смотри. Да, да, видно, видно, ребятки. Смотрите, повезло, вот еще раз. Прям дельфины-дельфины. Это круто. Смотрите, мы вроде местные, вроде видим, знаем, как выглядят дельфины. И все равно всегда радуемся, да. Увидишь дельфин, ой, дельфинчик. Как дети. Да, да, да. Да, ну, видимо, там этот, косяк рыбы, и они охотятся. Да, и там он тоже много. Я думаю, что чайки сверху прыгаются? Ну да, видимо, рыбы много здесь сейчас. Косяк идет. Ладно, ребятки, пойдем, а то дождик усиливается. We'll be right back.
Это, ребятки, церковь Воскресения Христова. В простонародье известна как Форосская церковь. Заехали мы на нее, потому что с нее открывается великолепнейший вид. Сама церковь, во-первых, великолепная, красивая, очень красивая. Но стоит она на утесе, и сейчас я вам покажу, какой вид с этого всего открывается. Это просто волшебно. Вот так вот выглядит сама церковь, и виды слева и справа я вам показал, а теперь просто хочу показать, какие виды здесь впереди. Это просто, я уже говорил, да, на утесе оно стоит, выдается прям на скале, это очень красиво. Вот вам и порывы, ребята, 35 метров. Покорен крымский восьмитысячник. Мы тут все-таки, у нас, кстати, первый снег здесь срывается. Ну, такой замерзший дождь, мелкие такие капельки, но они замерзшие. Мы еще не покорили, мы на Байдары поднимаемся. Да, нам еще чуть выше надо. Это еще, да, вверх. Но ветер усиливается, шторм уже разыгрался, ветер такой. Ну, температура, соответственно, упала. Уже начинают руки мерзнуть. Упала я хорошо. У них хотя бы капюшоны есть, у меня капюшона нет. Так что сейчас до машины снимаем это, ставим печку на хай. Вот, и все. И едем в футболках, да, при 32, да, да. Это будет замечательно ехать. Вот, так что, ну все, и мы сейчас судой. Сейчас еще, может быть, там фотки, не знаю. У нас как бы фотки уже идти. Фотки с такой погодой будут не очень. Не алло, внешний вид у нас не тот. Но, ребят, красота, конечно, здесь неописуемая. Обязательно рекомендую всем хотя бы раз здесь побывать и пофоткаться, и поснимать, ну, потому что здесь очень круто. Все, а мы бежим в машину. И песенка мне вот эта нравится, которую... Зайди у диджея, спроси, кто это. В храме поют так классно, что-то смахивает на древнерусское такое песнопение. Старославянское называется, а не древнерусское. Ну, все, ребята, да, погнали мы. В машине, если что, обсудим, потому что, ну, ветер, дождь, капец, в общем, погода. Ой, ребятки, в машине прям кайф, кайф. Тепленько, хорошо. Сейчас куртку снял мокрую. Очень хорошо. Но здесь, правда, здесь очень красиво. Просто виды волшебные. Подходишь к краю, вот эти скалы огромные, аж голова кружится. Прям, ну, класс. Очень круто. Крутое место. И печка хорошая входит. И печка, да, отлично греет. Да, снежинки срываются. Ветер порывами, как и обещали. Но здесь высоко горы, и море разгулялось, проштормилось. Сейчас мы отогреваемся, потому что все-таки налегке одеты. Я думаю, там показывает минус 2. Плюс 10 сейчас показывает. Но, наверное, меньше не может быть. А может, потому что с ветром. А может, потому что с ветром, да. Но мы поднимаемся, там, куда поднимаемся, будет еще холоднее. И еще ветренее. Чем выше, тем холоднее, все правильно. Чем выше, тем холоднее. А я кушаю кешью. Кешью. Мы кофейка, а маме кешью. Вот так. Ой, как хорошо дует, тёмный. На руку попало прям. У нас печка на максимум просто включили и прям. На максимум это 32. 32 градуса, и прям что-то стало уже прям сразу как-то очень тепло. Вот они, ребятки. Байдарские ворота. От слова байда. Шучу, шучу. Байдарские ворота. Я, честно говоря, не знаю, почему байдарские. Но явно не от слова байда.
Да. Тут окна заложили. И, в принципе, мы на самом верху. Это как раз такой перевал, грубо говоря, перевал. Здесь вот такой подъем на смотровую площадку. Здесь же ресторан «Шалаш», который шалашом называется еще с советских времен. И тут же выход на смотровую площадку. Вон церквуха, которая была, вот где мы сейчас были до этого. Вон она внизу. Здесь небольшой серпантинчик, поднимаетесь, но ветер здесь капец, еще сильнее, чем там был. И вот здесь вот вход на смотровую, мы как-то уже здесь были, показывали, но еще раз, потому что здесь очень и очень красиво. Ой, ребятки, даже в такую погоду, ну, дряненькую, откровенно, дрянь, с таким вот ветром космическим, виды. Давайте под музыку, потому что ветер сумасшедший. А что его сдувает? Это капец, ребят, просто капец. Как-то ветрено здесь как-то. Да, ветрено — это не то слово. Ну, то весело. Не скажу, что это сам перевал. Это проход Антука, потому что вон один холм груди царицы Савской, а вот второй вот там. Так что... Вот, про этот и вот про этот говорит. А мы где-то посередине, в ложбинке. Ну, на перевале, так сказать. Ребята, зато весело. Да, и вот... вон продолжение Крымской гряды. Да, и мы сейчас туда будем спускаться и в сторону Бахчисарая уходить здесь по... Ну, не возвращаться на трассу, а здесь другой дорогой поедем. Должно быть тоже довольно интересно, мы там давно не ездили. Если, ветрено. Да, если будет красиво, я, конечно, что-то вам покажу, подсниму. Но пока, сейчас мы сами здесь постоим, еще немножко вам видов. Здесь на, ну, перед воротами, если ехать со стороны Бахчисарая, есть парковка вот такая, можно запарковаться. И развалы торгуют, ну, чем угодно, в принципе. Все, что хотите, можно купить. Там всякие шкуры, бурки, сивки. В общем, ну, много чего. И мы вот туда сейчас, вот по той дороге рванем обратно в сторону Симферополя, но с заездом в Бахчисарай, в одно интересное место.
Опять мы, ребятки, нарушаем все наши диеты. Чебуреки. Я говорил, что мы заедем в одно интересное место. Я не скажу, где это и что это за место, потому что, ну, потому что не скажу. Но чебуреки здесь были зачетные. Нарушают все. Я не исключение. Да, да. Хорошо, нарушают, правило. Нарушают все, и да я. Везде надо исключение. Вот они, исключения, пожалуйста. Да. Иногда мы едим чебуреки. В общем, чебуреки здесь вкусные. Я не знаю, мама уже попробовала. Можно, да, я еще на мясо не дошла. Так, но я что, не помню. Ну, да. А, Леха с томатным соком, а я с кофейком. Вот так. Так что будем уплетать чебуреки. Но я не скажу, где это. Да, теперь все сытые, довольные, наелись запрещенки, санкционочки. Вот что в США осталось, да, грязная посуда, и мой кофеек еще недопитый. А, и папе самсушку взяли, самсишку отвезем тоже, он тоже любит. А, в общем, как всегда, здесь все великолепно. Ну, я же говорю, я специально не говорю, где это. Так же мы не скажем, где это. Да, потому что, если сказать, потом самому сюда не попадешь, или что-то все будет заканчиваться. А, но скажу вам одно. Самые вкусные шашлыки из говядины делают именно здесь. Это просто отвал башки. Ну и все остальное здесь тоже очень вкусно. Поэтому всем спасибо. Вот так все это выглядит. Там раздача. И мы уезжаем. Ну, в общем, вот такие у нас сегодня вышли покатушки. Ну, вышли как вышли. Тут уж с погодой не повезло, но что делать? Мы, в принципе, предупреждали, что погода дрянь. Но сидеть еще одни выходные дома не было сил. Поэтому мы решили, что мы поедем и... Ну, в общем, перебороли себя, так сказать, и поехали. Где-то подмокли, где-то подмерзли, но, по-моему, все равно нормально. Было весело. Должно было быть весело. Обязательно оставляйте свои комментарии по поводу, ну, как вам, и стоит ли ездить нам в дождь еще или нет. Ну, думаю, кому-то понравится, кому-то нет. В общем, все ваши мнения высказывайте в комментариях, я обязательно все читаю. Не на все отвечаю, но читаю точно все. Сейчас мама со своими впечатлениями. Какие мои впечатления? Ездить — это красота. В такую погоду еще даже прикольнее, вы понимаете, что? Во-первых, Сашу удобно снимать. Во-вторых, мы видели кучу дельфинов. Их так просто вот прямо кучу, очень много дельфинов и больших наших этих афалинов. Здоровенные, красавцы просто. Ну, погода, ну и что? Ну, и да, холодно было там наверху, особенно на возле церкви, да, на Байдарских воротах. Да, ничего, ветер сильный, ничего. Но это ж прикольно, ребята. Не знаю, я в восторге. Еще и наелись, как слоны. Все. До следующих покатушек. Я могу добавить только характеристику техническую. Проехали мы 220 километров со средним расходом топлива 14,4. Ну, это у нас постоянно спрашивают на стримах, сколько жрет. 14,4, вот. Ребят, не литров 14,4. Да, 14,4 километра на одном литре. Берете 100, делите на 14,4, получаете литров на 100 километров. Вот и все. Ну, это получается где-то в районе там 6 с копейками. Из 7, что-то такое. Но это много было гор. Обычно оно там 15 показывает. Все, мне, как вы знаете, пофиг, куда ездить, поэтому поехали и поехали. Но еще раз огромное спасибо тем, кто помог осуществить нам эту поездку. Особенно отдельное спасибо Сереге. Все, всем пока. Да, ребятки, всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все, что найдете в описании. До новых встреч. Пока.